Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал в гости к Павловне. Сегодня я хочу приготовить рис. Где-то у меня в духовке стоит горбуша под шубкой, но это будет другой раз видео. Гарнир к рыбе я хочу приготовить. Отварила рис, посолила. Горошек у меня был замороженный, тоже его отварила. Кукуруза консервированная. Так, перчик вот у меня был замороженный, тоже его сюда. Все перемешаю. Красный бы перчик был хорошо бы для цвета. Ну вот у меня только зеленый заморозки остался. Все перемешаю сейчас. И на сковородочку под крышкой на медленном огне маленько это все дело прогрею. Да, красного цвета сюда не хватает. Но в магазин уже не побегу. Не знаю, вряд ли у нас есть здесь в магазине. Ну, кукуруза украшает тут дополнительные нотки. Сейчас все прогрею. Ну что, прогрела я гарнир на сковородочке. Положила горбушу под сырной шубкой. Так что вот, всем приятного аппетита. Заходите в гости ко мне, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!